Тараклийцы, наверное, уже привыкли к новому облику здания городской администрации. Без деревьев. А уголовное дело в адрес примара все продолжается. Очередное заседание суда длилось почти целый день. За это время по ходатайству защиты были выслушаны два свидетеля. Один из которых – Павел Тарлев. В 2011 году на местных выборах он был председателем окружного совета. На суд пришел огласить важное, по его мнению, обстоятельство. Нынешний примар Филиппов, а также господин Балтаков Андрей Александрович, который исполняет обязанности начальника экологической службы района, тоже баллотировался на должность примара города Тараклия. Они являются политическими оппонентами, а мы знаем, что уголовное дело было возбуждено по инициативе Балтакова. Я считаю, что это обстоятельство имеет очень важное значение, так как Балтаков был и инициатором, и выступал как специалист в этом уголовном деле, оценивал причиненный ущерб. И думаю, что он был не беспристрастным при решении данного вопроса. На судебном заседании был заслушан и обвиняемый Сергей Филиппов, который, как и прежде, виновным себя не считает. Во время судебного разбирательства я свою вину как не признавал, так и не признаю. Считаю, тем не менее, что допущены были некоторые процедурные вопросы, нарушения процедурных вопросов, но это не может квалифицироваться как тяжкое должностное преступление, которое мне вменяют. Сегодня со стороны защиты было высказано, что данное дело имеет яркий политический заказной мотив. К делу также был приобщен и протокол общего собрания жителей города Тараклия и собранные ими подписи в поддержку примара. Следующее судебное заседание перенесено на 17 февраля, где будут допрошены еще два свидетеля. А вот узнать, что думает сторона обвинения, нам не удалось. Господин Балтаков от комментариев отказался.